Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Александра, и сегодня у нас будет роллинг на 53 тысячи накопленных самиков. Нам надо будет выбить, как обычно, кучу недостающих героев. Сейчас скажу, каких нам надо героев сразу. Так. Заклинательница, Сидна, Афина, Стрелок, Ронин. Повторкам тоже будет рад. Так, окей. Смотрим на аккаунт. Аккаунт бездонатный, то есть самики. Ну, там донат есть мелкий, но самики все накопленные. Вот так вот. Хватает у людей терпения все-таки копить. Так, находится в гильдии Сибирские. Первые, вторые места битва гильдии Атака Фортов. Атака Фортов 12 МСК по вступлению в WhatsApp 89-64-645-74-47. Роман. Так, гильдия Сибирские. Кидайте заявочки, вступайте. Смотрим, что у него пройдено. Глянем алтарь. Так, а фармится пока. Кошмарки. Кошмарки только пятые. Ну, понятно. Без доната, конечно, посложнее играть, чем с доната. Так. Анубис. Просто огонь. Бигфут. Тыковка не очень, надо талантикара, отлично, отлично, нормально, отлично. Ну, в общем, талантиков здесь нет, как видите. Так, отличненько, отличненько. Фрея есть, ну, в принципе, уже неплохо. Асура даже есть. Зачем он, конечно, сюда поставил, я не знаю. Я бы все-таки другому герою поставил. Более востребованному, чем Асура. Есть получше герои, которым в первую очередь надо тот же самый Ворожей. Так, ну окей. Все, дальше у нас пошли уже. Дракон есть. Так. Повелитель бури есть. Ну неплохо, согласитесь, для такого аккаунта герои. Так, ну заклинательница у него уже есть. Зачем ему повторочка? Не знаю. Поехали, в общем, ребята. 53 тысячи самов. И нам надо сердцеедка. Выбить кучу хороших героев. Профессор Риббит. Малыш Ник. Королева Гарпий. Надеюсь, нас сегодня рандомчик не подведет. Снова Зила Тесса. Блять, жесть, Фрея. Просто жесть. Что-то мне на этих Фрей прям... И сразу же Седна, вот так вот. Ну что, поздравляю, одного героя мы тебе уже выбили, недостающего. Выбили имбового героя, еще одного, еще одну Фрею будешь качать однозначно, потому что одной мало. Блин, ребят, с вас лайк. Ссылочка на Огнекрыло внизу в описании, поэтому не потеряйте свой шанс. Еще одна сердцеедка. Рино. Ну, неплохо, неплохо. Вот чем нравится на таких аккаунтах без донатных ролей. Тут нету кучи имбовых героев. Тут любой герой за счастье. Так. Так, так, так. Арину что у него? Не, Арину у него есть. Повторочка. Блин, Афинку надо. И стрелка. Повелитель бури. Блин, чудесненько. Рыцарь тоже хорошо. Сэкономим на КГшках. РТшка. Аратеса. Так, кончились луты на складе. Королева Гарпий. Капитан Дрейк. Варлок. Бог. Триант. Еще один варлок, еще ара выпал. Ну, блин, пойдет. Пойдет, однозначно пойдет.
Под пивко варлоки ниндзя. По два героя падает. Только так. Бог грома. Пупчик. Да ладно, блин. Это просто жесть, ребят. 53 тысячи самоцветов и еще одна Фрея. Это капец. Это просто капец. Суккуб. Заклинательница, он просил, пожалуйста, на тебе еще заклинательницу. Все. Как-то быстро у нас кончились эти самоцветы. Надо все-таки собрать ему стрелка. Сейчас мы ему подшаманим стрелка. Как обычно делаем ход конем. Надо заставочку себе сделать сюда ход конем, чтобы все понимали, что это такое. Так. Ну, отлично. Я считаю роллинг более чем отличный. Конечно, у него Фрея уже есть. Фрея есть. Но, блин, нам выпало аж две Фреи. Ну и мы выбили недостающую Седну. Да, вот так вот, ребят. Отличненько. Просто отлично. Отличный роллинг. Есть, отличненько, получить все. Что, поздравляю, еще 5 варлоков повторки тебе. Сразу же скин на стрелка, ну и самое основное, у тебя уже есть стрелок. Где там этот скин на стрелка? В начале самом. Скин есть, стрелка нет. Есть и стрелок. Обменять. В принципе, все. Сейчас еще потрешуем. Так, давайте его откроем сразу же. А, у него и был уже, по-моему, да? Да, видите, у него уже... Или мы не открыли? Не могу понять. А, у него уже было даже, просто стрелка не было. Но сделаем улучшение. Так. Ресурсы у него есть, все отлично. Открываем стрелка. Еще и Анубис. Ну, в общем, смотрите, как красиво нападало. Поздравляю со стрелком. Не так, то так получили. Конечно, блин, многие будут смотреть, думать, блин, вот повезло с фреями. Многим не падают, а тут... А тут вот так вот. Давайте поставим стойкость, пусть будет. Попробуем что-то выбить. Разброс. Ладно, не буду ролить это. Давайте еще попробуем. Хотя у него тут с талантиками. Давайте талантики попробуем. Седна. Рибета, не знаю, захочет, там откроет. Так. Заклинательница у него есть. Повторка есть. Ну, в общем, неплохо все получилось у нас. Как обычно, давайте поменять. Так. Пока так поставим, поехали дальше. Ракушка, давайте сюда поставим. Стойкость. Блин, я поставлю на стрелка. Не будем зря тратить такой талантик. Тем более не факт, что ему каменка там выпадет скоро. Так, просвет.
Гнев. Ну, можно как допу для силы, для увеличения. Так, троечка поставим сюда. Так, это мы допу поставим. Каменка, ну, четверочка поставим на нее. Ожива. Ожива, ожива, ожива. Давайте глянем дерево. Тут ремка пятая стоит. Ну, вторым талантиком поставим. Так, есть. Ну, ладно, пусть будет так. В общем, вот так вот, ребят, вот такой вот был у нас. Роллинг достали, блин, круто. Делали ход конем, достали все-таки ему стрелка. Я считаю, он должен быть доволен. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыло. Ссылочка, как обычно, в описании. Всем удачи. Хороший сегодня денек, суббота, начало выходных. Сделали все по максимуму. Теперь можно идти отдыхать. Все, всем удачи, всем пока.